сушите сухари, уходим до зари. Поход нелегкий и не близкий будет, великий труд, что съел, перегорит. Без праздников маячат только будни, у всех народов есть такой запас, который занимает мало места. Последними калориями многих спас. Заранее замешивайте тесто. Читайте и учите наизусть, не что-то, но священное писание. На каждый случай в этом вся и суть. Оно не подведет, в беде достанет. Не так и много места в рюкзаке, но сверхоружие в любой беде поможет. Не загружайтесь лишним налегке. Планеты странник на Христа похожи. Он не имел где преклонить главу и не носил техник богослужебных. Затем апостолы их проповеди звук разнес все капища, как половодьем щепки. С собой они несли не корабли, а малое горчичное зерно. Скисали воины, тираны, короли, и прорубалось в небеса окно. Отечество земное далеко, патриотизм поповский им был чужд. Несли духовное святое молоко упитанному римскому бычку. Преображались змеи, скорпионы, львы кровожадные, лукавые лисицы. Меч Слова Божие разбило все препоны, с дарами Божий Дух на них излился. Цените изречения и стихи, конечно, не подряд, но всем по вкусу. Христова кровь омыла с вас грехи, спасение только во Христе Иисусе. Цените изречения и стихи, конечно, не подряд, но всем по вкусу. Христова кровь омыла с вас грехи, спасение только во Христе Иисусе. Спасение только во Христе Иисусе.